1200 костюмов и почти 360 тысяч масок. Столько поступило на склад региональной аптечной сети «Ульяновск-фармация». Средства индивидуальной защиты предназначены как для медицинских сотрудников, так и для розничной торговли. Их количество 358 тысяч штук. Все они поступят в ближайшее время в аптеке как города, так и области. 50 тысяч масок от общего числа будут распределены между 6 больницами – областной, медсанчастью, детской инфекционной, городской клинической больницей номер 1, ЦГБ и Корсунской районной. Остальные маски поступят в аптеки и аптечные пункты. Однако этого количества масок и костюмов явно маловато. Потребность в защитных костюмах для медработников составляет больше 30 тысяч штук. Поэтому к их производству в регионе привлекли предприятия легкой промышленности. К примеру, швейная фабрика «Бастон» производит 500 костюмов в сутки. Мы провели еще раз встречу рабочую на Бастоне. Компания приняла решение еще 10 станков приобрести для того, чтобы по максимуму постараться закрыть нашу потребность. Значит, со вторника компания выходит уже на 700 костюмов в сутки. Да, и ставим для себя задачу 1000 костюмов в сутки шить для того, чтобы месячная потребность 30 тысяч мы полностью закрывали ее собственными ресурсами. Стоимость подобного костюма от ульяновских производителей составит 1300 рублей за штуку. Для сравнения, в Москве и области цена на костюм колеблется от 2 до 3000 рублей. Уже заказана герметичная и водонепроницаемая ткань из Турции на 15 тысяч костюмов. Кроме этого, к производству костюмов планирует присоединиться Барышская швейная фабрика, с которой ведутся переговоры. Анна Тищенко, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.